здесь мы видим книги. Книги, которые издавались на протяжении всей его жизни. Не только книги, но и личные вещи, предметы одежды представлены на выставке в культурно-досуговом центре имени Кобзона. Участники клуба «Активное долголетие» приехали в Успенское из Истры, чтобы познакомиться с новым туристическим маршрутом, который открылся в округе. Он посвящен патриоту России, певцу Иосифу Кобзону. Детьми побыли, нас встретили, нам показали кино о биографии Иосифа Кобзона. И мы пропели песни его, вспомнили. Культурный центр был выбран не случайно. Иосиф Давыдович жил в Одинцовском округе. Для старшего поколения провели экскурсию по выставке, показали кинофильм о жизни и творчестве исполнителя и подготовили небольшую концертную программу с фрагментами песен артиста. Интересно и весело. Вот. Огромное спасибо за такой проект. Программа нового туристического маршрута будет проходить все лето. Участников из «Активного долголетия» здесь будут встречать по вторникам и знакомить с уникальной экспозицией. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».